Всем привет, меня зовут Дима. Сегодня я вам расскажу, кто такой веб-разработчик. Для этого я накидал базовые, так сказать, подсказочки для вас, чтобы вы не запутались. Итак, прежде чем начнем, подписывайтесь, ставьте лайки. Погнали. Кто такой веб-разработчик? Это человек, который занимается, грубо говоря, интернетом. Когда вы заходите на любую страничку в браузере, либо там через какое-то приложение свое подключаете к интернету, почти всем этим, ну, этим, то есть, и занимается веб-разработчик. Допустим, все, что вы видите, вот здесь вот текст написан, то есть он определенным стилями написан, вот в таком порядке, это все занимается фронтенд-разработчик. Для того, чтобы стать фронтенд-разработчиком, нужно знать вот такой набор знаний, минимальный. Это HTML, язык разметки гипертекстовый, это стили для разметки, чтобы было все красиво, располагалось правильно. И JavaScript — это программируется. Соответственно, создается логика, которую мы видим, видимую логику. Соответственно, дальше. Бэкэнд — это человек, который обрабатывает все запросы на сервере, поддерживает сервер, создает какой-то код. Здесь представлено большое количество языков, это не все языки и другие, и так далее, напишу, и другие языки. Есть Python, PHP, Java, C#, JavaScript, C++, ну и вообще можно все, на чем угодно почти написать. Поэтому для начинающих программистов рекомендация, как бы, можно начинать с JavaScript, и тогда можно будет стать сразу же и бэкэнд разработчиком, если освоить азы, базу JavaScript, то есть не базу серверной разработки, теорию и как обрабатывать запросы. Там есть специальный сервер Node.js, ну вы посмотрите. И FullStack — это все вместе объединено. Для этого нужно, конечно, больше опыта, потому что придется освоить либо вот JavaScript, ну, разработку на сервере, такую JavaScript, вот все вместе, либо какой-то из этих один языков минимум еще к JavaScript идет. Так, для того, чтобы, к примеру, я сейчас запущу базовую страницу, покажу, как у меня сервер, грубо говоря, условный мой сервер, обработает запрос. Для этого я открою в терминале. Вот у меня путь к этой папочке. Здесь я запущу на встроенном сервере в PHP. Открою страничку прям в браузере и покажу, что у меня вводится вот результат. К примеру, то же самое, как пример, могу сделать даже так. Вывести с помощью языка гипертекстовой разметки с помощью HTML. Вот я создал базовую разметчику этим эмитом плагином. И сюда эту переменную передам, и она будет отображаться в более красивом виде. Таким образом, люди, которые занимаются вебом, они как бы создают то, что вы наверняка пользуетесь каждый день, ежедневно, везде. И в целом, если вы начинающий разработчик, то ориентироваться стоит, к примеру, в общем-то, зарплаты невысокие у начинающих. Это самый сложный, наверное, этап — дойти до начинающего разработчика. Примерно в Москве можно ориентироваться для джуниора на 50 тысяч. Ну, а потом заработок как бы растет, в общем-то, с опытом. И все. Ограничений, в общем-то, особо нет. Если вы просто будете работником, то ограничения, конечно, есть. Это если станете уже таким опытным, 3 плюс год, 3 опыта, допустим, коммерческой разработки у вас постоянно, то сможете рассчитывать 1000 на 200, к примеру. Вот заходим на HeadHunter, пишем, к примеру, JavaScript. Если вы, конечно, занимаетесь своим проектом, то тут, конечно, заработок безграничный. Сколько сможете, столько заработаете. Тут потолка, так сказать, нет. Ну вот, к примеру, я даже вот не буду ставить максимум, просто, к примеру, поставлю опыт работы. Вот, смотрите, от 3 до 6 лет поставил. И, в общем-то, видите, вот сами смотрите, какие зарплаты. Здесь, конечно, и знания совершенно другие. Тут, ну, видите, нужно Node.js, PostgreSQL и React. Это значит, плюс бэкэнд разработка, потому что PostgreSQL — это база данных. Соответственно, для баз данных, то есть для бэкэнд разработки я забыл
базы данных. Там MySQL, Mongo, DB, там Redis, может быть, не знаю, там кэширующие демоны, очереди и так далее. Могут и так далее. На этом, в общем-то, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.